этот шепот воронья, кто я, где мое сердце, знает лишь одна зима. Сто раз обещал и не спорить, но зовет... Этот яркий и веселый праздник отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января, который отмечается по-разному, однако везде он любим и ожидаем. Каждый год традиционно управлением культуры составляется праздничная программа. Согласно графику, одними из первых приглашаются семьи сотрудников крупных организаций, расположенных на территории города. Так, 21 декабря творческим коллективом Дворца культуры «Спартак» было организовано новогоднее мероприятие для детей работников линейно-производственной на диспетчерской станции «Сулак». Знаю, Дедушка Мороз мешок подарков мне принес, уже сияя хаёлка, подарков получу вот столько. Дедушка Мороз, белой бородой, что ребята приклинят на праздник Новый год. Пусть горят огни на ёлках, пусть пишет нам Дед Мороз, На праздничном мероприятии присутствовали как дети, так и их родители, для которых были подготовлены сценические выступления, хореографические и музыкальные номера, различные развлекательные конкурсы. Кульминацией праздника стал выход сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки с новогодними подарками для приглашенных детишек. Бурлея Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».